Здравствуйте, мои дорогие ребята! Ну что, и вот он, последний анекдот пятничный, в последнюю пятницу 2019 года. Короче, стоят на дороге три танкиста и ремонтируют гусеницу у танка. И тут, вдруг откуда ни возьмись, появляется маленькая фея. И такая у них спрашивает: «Здравствуйте, ребята, я маленькая фея, а что вы делаете?» Те таким: «Не видишь? Трахаемся!» Она у них спрашивает: «А хотите по-настоящему?» Танкисты такие почти хором: «Конечно, хотим!» И тут у танка отваливается башня. Все, ребятки мои, здоровья вам, процветания. В 2019 году пятничные анекдоты закончились, но это не значит, что они закончились совсем. Потому что некоторые пишут там: «Юра, заканчивай херню молоть, это не твое». Ну, кому как. На вкус и цвет все фломастеры разные, ребята. Поэтому будем продолжать в следующем году. Все, пока, мои дорогие.